Всем привет! Сегодня второй способ разблокировки Samsung A10, он же A105 на 9 андроиде. На данный момент здесь самое последнее обновление. Если у вас обновление более новое, ну допустим на момент просмотра видео уже вышла какая-то новая прошивка, то смотрите наши другие видео, где идет там февраль, март обновление, возможно уже там потом апрель будет. Но пока что вот эти вот способы работают. Ссылка на плейлист по разблокировке также будет в описании. И там будут представлены также некоторые модели по Samsung. То есть переходите, смотрите. Но первоначально, естественно, попробуйте данный способ. Если он вам не поможет, то пробуйте другие способы. Итак, приступаем. Для разблокировки нам понадобится сим-карта. На сим-карте обязательно должен быть установлен пин-код. Как его установить, можно посмотреть в другом нашем видео. Ничего сложного там нет. Переходите на главную страницу. И здесь вот плейлист у нас по установке пин-кода на сим-карту. То есть вставляете сим-карту в другой телефон, заходите в настройки безопасности сим-карты и ставите пин-код. И также понадобится Wi-Fi подключение. Так, выбираем язык, нажимаем «Далее». Так, здесь соглашаемся, также нажимаем «Далее», «Пропустить», «Далее». Вот оно сообщение. Так, нажимаем «Ок», подключаемся к Wi-Fi. Сейчас я введу пароль на интернет. Так, и нажимаем «Подключиться». А на телефон мы также установили пин-код, но его можно будет пропустить, нажав «Использовать аккаунт Google». Вот он, запрос пин-кода, но его пропускаем. Нажимаем «Использовать аккаунт Google». Естественно, если вы помните e-mail и пароль, то вводите их, и дальше телефон загрузится. Если не помните, то делаем следующее. Нажимаем «Назад» и возвращаемся на меню Wi-Fi. Теперь что нам нужно сделать? Нужно вставить сим-карту, нажать «Далее». Затем, спустя несколько секунд, сим-карту достать. Здесь у нас появится кнопочка «Ок», нажать на нее. Затем вот здесь появится значок уведомлений, нажать на него. И начнет вылазить шторка, поймать ее за шестеренку, за значок настроек. Все это делать нужно очень быстро, чтобы получилось. Потому что, если делаете медленно, то не получится. Иногда даже у нас получается не с первого раза, но тем не менее, если все делаете правильно, то все получится. Итак, смотрите, сейчас примерно покажу, возможно, получится не с первого раза, но ничего страшного, пробуйте, и все получится. Опять же повторюсь, если у вас более новая прошивка, то смотрите другие способы по Samsung, то есть они, как правило, идут из последних видео, либо смотрите описание под видео, там будут ссылки на другие видео по Samsung. Итак, вставляем сим-карту, нажимаем «Далее». Вынимаем сим-карту, вот здесь появляется «Ок» значок, вот здесь появляется значок уведомлений, и не успели мы. Ну что ж, ничего страшного, возвращаемся назад и делаем все то же самое. Вставляем сим-карту, нажимаем «Далее». Достаем сим-карту, «Ок», значок уведомлений, и вот она шторка. То есть, видели, вылезла. Но мы не успели ее зафиксировать, нужно было нажать на значок шестеренки. Пробуем еще раз. Достаем, «Ок», значок шестеренки, там не успели мы нажать. Так, вставляем, «Далее». Достаем, «Ок». Опять не успели, ничего страшного. Продолжаем. Вставляем. Далее. Вынимаем. Окей. Чуть-чуть побыстрее надо нажимать. Так, вставили. Далее. Достаем. Окей. Эх, опять не успели. Пробуем, пробуем, пробуем.
Вставляем, нажимаем далее. Достаем. Окей, значок. Не получилось. Да, иногда бывает вообще с первого раза получится, а иногда, как сейчас, не получается. Ничего страшного. Все нормально, все получится. Сейчас подождем маленько. Если у вас есть возможность положить на стол и нажимать вот так вот, то есть это будет намного удобнее, чем вот так вот, как я вам показываю на весу. Не совсем удобно делать. Да что ты? Чуть-чуть не успел. Так. Вообще промазал. Наконец-то нажал. Так, все, теперь нажимаем на значок лупы вот сюда. Вот здесь, если значка настройки нет, пишем настройки. Вот так. Ага, настройки. Ну, это не суть там. Настройки. Вот так. Переходим в настройки. Идем в пункт учетные записи и архивация. Учетные записи, добавить учетную запись, выбираем Exchange, пишем любую комбинацию, можете написать как у нас, вот так. Главное, чтобы вот здесь стало активным настроить вручную, затем выбираем Exchange и вот здесь выбрать. Появляется у нас, нажимаем,
Нажимаем ОК. И выбираем, допустим, ну, рисунок выберем. Здесь нажимаем отмена и возвращаемся назад на самое первоначальное окно. Сюда и затем вперед. Так, также соглашаемся. Далее. Пропускаем. Далее. Подключена к интернету по Wi-Fi. Нажимаем далее. И вместо запроса пин-кода будет запрос графического ключа. Вот видите. Рисуем его. Тот графический ключ, который только что рисовали в Exchange. И все, вот здесь появляется у нас кнопочка «Пропустить», нажимаем ее и продвигаемся далее. Затем нужно будет удалить данный графический ключ, чтобы не запутаться, откуда он взялся. Ну и в принципе и все. Если хотите, можете сделать сброс настроек, но по сути делать не обязательно. Вот эти вот программы установятся при подключении к интернет. В данном случае у нас будет подключение по Wi-Fi, мы потом их установим. Так как они при первоначальной загрузке будут такими серенькими ярлычками, то есть они будут не установлены. Их нужно будет потом доустановить. Сейчас телефон загрузится, покажу вам сведения о телефоне и также удалю графический ключ в настройках. Так, идем в настройки. Экран блокировки. Так, это что у меня тут сим-карта влезла? Не до конца вытащил. Так, идем назад. Вот он, графический ключ наш. Так. Блокировки экрана, рисунок, рисуем его и ставим нет. Так, возвращаемся назад, учетной записи, как видите, уже нет. Сведения о телефоне А10, А105 и сведения о телефоне, кому будут интересны. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, поддержите нас, чтобы было еще больше новых видео. В принципе, и все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Ссылки на другие способы в описании под видео.